Беда в этих краях может прийти откуда угодно. Особенно с воздуха. Это боевой. Его когти невероятно длинные и острые. Представляет для сурикатов смертельную опасность. Если быстро нырнуть в нору, то можно спастись. Лишь неусыпная бдительность позволяет семейству выживать в этих негостеприимных краях. Земля вечной жажды. Чтобы выжить, приходится справляться с беспощадной жаждой, обходиться скудной пищей и следить за недремлющими врагами. Эти молодые львы находятся на вершине пищевой цепочки Калахари. Им некого бояться. Под руководством своей матери они изучают искусство охоты.